Сегодня мы продолжим с вами изучение, или, в самом случае, короткие комментарии к страницам Дафьоми. И на следующих двух дафах, субботний и даф первого дня, мы опять сталкиваемся со множеством деталей технических, как именно они привязывали, например, Мишна, следующая на странице 41, как именно они привязывали вот эту красную тряпочку, которая потом должна превратиться в белое, если мы заслужим, что знак, что грехи были прощены, и детали того, когда и как он произносит виду. Я уже говорил, что он произносил виду несколько раз. Всего получается 3 раза. Есть диспуты о деталях всего этого. В всяком случае, Рамбам постановляет, что порядок был такой, что он сначала произносил виду и да, признание грехов себя и своего дома, потом всего дома коэнов, всех коэнов, и потом уже всего еврейского народа. Вот. И позже все это еще будет повторяться в детали того, когда и как, и точный порядок всех деталей службы. Большинство дафов, которые мы сейчас будем изучать в течение следующего месяца примерно, они все поглощены вот этими техническими деталями службы Йом-Кипура. И мы, конечно, в сам Йом-Кипур, в повторении молитвы Мусав, очень подробно все это читаем по какому-то изменению. Опять же, как реально это происходило, мы сегодня знать не можем, потому что было много мнений. Но какое-то изменение есть. 2 основных нусаха молитвы Мусав, Йом-Кипур. Один называют сефарским, другой ашкеназским. Но даже тот, который ашкеназский, он на самом деле не все ашкеназим по нему молятся. Очень многие ашкеназим сефарский вариант читают. Говорят, что его больше, более он был принят, потому что его легче читать. У него более простой язык. В этом случае, вот по каким-то мнениям был составлен порядок, и мы его читаем Йом-Кипур, все эти детали. И изучать сейчас это, конечно, не самое интересное, но я пытаюсь каждому дафу найти хоть что-то, и вот этот урок на 2 дафа, так я к странице 42 выбрал для вас интересную агаду. Дело в том, что они были не уверены насчет вот этого кусочка материала, тряпочки, какой у нее размер минимальный, да, сколько у нее мешкаль, вес ее. И был вообще другой вопрос, о чем они даже спорят. Да, потому что тряпочки использовались для разных искуплений в нашем законе, да, в разных законах Торы. Например, в процедуре красной коровы тоже нужна была тряпочка, в том числе, которую кидали в огонь вместе с телом самой коровы, когда сжигали, чтобы получить пепел, которым потом очищают от нечистоты мертвеца. Так вот, есть здесь диспут между 2 мудрецами, какой размер минимальный был. И потом позже диспут о том вообще, о чем они спорят. Они спорят про красную корову или они спорят про вот этого козла отпущения, про тряпочку, которая на козле отпущения. И на это говорит Гемора, что они даже знак нашли себе, как запомнить, о чем вообще диспут. Что в этот день, говорит, умер какой-то человек, мудрец Торы, видимо. И они сказали, что так же, как смерть праведника искупляет, так же и диспут здесь про козла отпущения, который искупляет. И чтобы помнить, о чем речь, что это не про красную корову, которая очищает, она сделана, да, ее пепел используется для очищения, а именно, что речь идет об искуплении, о том козле, которого отправляли с горы, да, значит, чтобы вспомнить о том, что именно про этого козла спорят, они сделали себе знак, что это как раз в этот день было искупление тем, что умер праведник. Поэтому я хотел остановиться на этой концепции, что смерть праведника в каком-то смысле считается искуплением. Многие, наверное, это уже слышали, вот, например, приводится в комментариях к стиху, когда умерла Мирьям тоже, что около... Да, после того, как описана красная корова в главе Хукат, описывается смерть Мирьям. И говорится, что смерть праведников искупает. Есть такая идея, что каким-то образом искупление в каком-то смысле тем, что умирает праведник. Но вопрос, в чем здесь смысл, да? Как это вообще работает? Мы верим, что обычно, да, каждый человек получает наказание за свои грехи. Поэтому невозможно сказать, что один виноват, а другого Всевышний наказывает, как совершал. Но с другой стороны, есть концепция, что в этом мире бывает наказание на целую группу людей, например, на город, на страну, на весь мир, в конце концов. Если скапливается много грехов, бывает, что и праведники в каком-то смысле немножко виноваты тем, что они не остановили
грешников. Бывает, что праведники не особенно виноваты, но в любом случае, так как грехов очень много и основное общество плохое, то Всевышний посылает наказание на всех. И бывает, что даже праведники еще больше страдают, чем грешники. То есть у нас нет как бы гарантии, да, что человек, который будет вести праведный образ жизни, обязательно в этом мире получит за это награду. Все награды Торы описаны, это в будущем мире. Или на целую нацию. Есть много наград, которые описаны по отношению к нации. Вот недавно мы как раз, да, читали главу Тохаха в конце Ваикра, главу Бехукотай. Да, есть награды и наказания. Без сомнения, мы верим в награды и наказания. Но она вся говорит про целый народ. Если еврейский народ в общем хороший, то будет награда. Если еврейский народ в общем плохой, будет наказание. Но отдельный индивидуум может получить свою награду гарантированно получает только после смерти. Так что само по себе, что в этом мире может человек страдать не за свои грехи, это бывает. И так Талмуд заключает, еш исурим белуавон. Бывает страдание без греха. Но вот каким-то образом иногда страдание или смерть праведника может в каком-то смысле в этом мире, опять же, как-то улучшить участь остальных. То есть так как накапливается вот много зла в мире, что то, что это можно сказать, как бы амбразуру, что ли, собой закрывает, если можно так выразиться, да, терминами, к которым мы привыкли в Советском Союзе. То есть идея, что в этом мире действительно может такое быть, что смерть праведника каким-то образом будет искуплением для остального народа. Но, разумеется, каждый человек, кстати, несет ответственность за свои акции, и невозможно сказать, что человек не будет, он, например, наказан, если не раскается, да, если он грешил и не раскаивался, и не будет наказан, потому что кто-то другой, например, получил какое-то количество страданий. Такого не бывает. Но бывает, что в этом мире, так сказать, декрет наказания какой-то, который, возможно, мог бы быть приведен в действие, как-то хотя бы отодвигается или, может быть, дается больше отсрочка или еще что-то из-за того, что умирает какой-то праведник, и этим как бы до известной степени искупляет в этом мире, да, как-то отодвигает наказание в этом мире. То есть такая концепция существует, я это хотел сказать, хотя она кажется неочевидной в иудаизме, да, что мы верим, что каждый ответственен за свои акции, но это все в основном для того, что с человеком будет после смерти и как он будет судим. Но то, что относится к этому миру, тут работает все по-другому, и тут бывает, что смерть одного действительно в каком-то смысле отталкивает какие-то наказания от других до какой-то степени. И на этом мы на сегодня закончим. Вообще об этой концепции можно было бы много очень говорить, но я буду краток, потому что все равно стоя на одной ноге это все не обсудить. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.